Сиділи ми зараз тільки що з нашою гостею і з Марією Вікторівною і говорили про важливе. Сподіваюся, ви знаєте, без чого не може обійтися жоден голівудський фільм. А от, Марія Вікторівна, а знаєш чи ти? Ну, я скажу так, без чого не може обійтися? Без красунчика голівудського. Так. Без того, що він, не знаю, рятує жінку, рятує світ. І, знаєш, в кінці цього фільму він її так на ручки хоп, і там така love story, і померли вони в один день. Ну, десь от так. Ну, типу так. Але давай так. Я почув жіночу точку зору, тепер чоловіча. Ні один голівудський фільм, ні одна love story в кінці фільму не може обійтися без палкого поцілунку. Ну, це само собою. Я ж кажу, так підхопив на ручки і так красиво поцілував. Друзі, з приводу поцілунків. Отже, сьогодні в світі відзначають День поцілунків. І просто, щоб ви розуміли, задля поцілунку використовується 146 м'язів. 146 і 34 лицьових м'яза. Ну, так, зі статистичних. Типу, що ти робиш? Тренуюся. Так от, друзі, сьогодні будемо говорити... Сьогодні ми будемо говорити про поцілунки. І не тільки, до нашої студії завітала Ксенія Богдан. Психолог, сексолог, так, авторка марафонів і навчань із сексуальної майстерності. Ми тебе вітаємо. Дівчата. Дякую. Так, Ксюш, привіт. Я вам пропоную зараз обережненько перейти до бліц-опитування, подивитися, що українці думають з приводу поцілунків, а потім повернутися в студію. Давай. І поговорити. Окей. Увага! Ви пам'ятаєте свій перший поцілунок? Звісно. Яким він був? Дуже приємним. Невероятним. Я думаю, це в чоловічій природі заложено. Дитячим. Це таке щось, чмок, да й побіг далі. Максимальний рівень любові, цілування, який є, в принципі. Що відчуваєте при цьому? Неймовірне задоволення. Ми опитали дуже багато людей, і всі вони були по-особливому різні. Хтось соромився. Дуже солодкі. Що відчуваєте, коли цілуєтесь? Я навіть не знаю. Скільки разів на день цілуєтесь, любите цілуватися? Я люблю цілуватися. Було приємно з вами. Чи пам'ятаєте ви перший поцілунок свій? Та ні, не особо. А ви? Я не хочу відповідати. Нічого? Ми ще не цілувались. Ну, в принципі, на що? Ну, можливо, не конкретно поцілуєм, не знаю, любов'ю, там, не ухажуєш за чоловіком, проявляєш якусь заботу. Пам'ятаєте свій перший поцілунок? Ні? Цікавим, незвичайним. Скільки вам років було? 16. Дуже доросла вже була. Ми з чоловіком вже більше 10 років разом. Ну, не можу відповісти. Зустріли ми людей з дуже веселим настроєм. Я пам'ятаю той день, то розквітало великі такі барвінки багато. І я його цілував, він на мене дивився і казав: "Це щире кохання, земля та природа". Ну, це не можна описати одним-двома словами. Це особисто, індивідуально. Додати настрій, позитив, так, можливо. Наталя Джентельон, Кирил Шапар. Правда тут лайв. Слухайте, дивилися і згадували навіть свої перші поцілунки і емоції, і враження від них. Ксюш, хочу в тебе запитати, які взагалі цікавинки, можливо, про поцілунки ти знаєш? От саме про щось, можливо, з історичного екскурсу. Наверное, більше не із історичного, а із того, що класним навиком, как для женщин, так и для мужчин, является навык, когда вы умеете вот эту палочку, да, вот этот вот стручок от вишни, от черешни завязать внутри языком во рту, прям не руками, а именно языком. Давай так, ты так можешь? В том числе, да. Это легко, чи це важко? Ну, нужно потренироваться, то есть я не могу сказать, что это там у всех с первого раза прям выходит, нет, но если человек тренируется и знает, как поворачивать языком внутри, то да. Тобто, якщо я навчилася зав'язувати цей вузол в роті цією паличкою від черешні, то автоматично я буду і класно цілуватися. Чи ні? Ну, это один из нюансов классных, которые можно использовать. Тогда ты можешь сама управлять своим языком.
Боже, як круто. Ну, дивись. Мені здавалося, що я і так вмію управляти своїм. Ну, так. Ну, ми реально думали, що ми можемо там управляти своїм язиком, бо в ефірі сидимо, а нам вже зараз підказують, що черешню зараз принесуть. Я просто так робити вмію, але ну, немає ж межі ідеалу. Що потрібно ще робити, аби покращити цей навик? Є гімнастики различні. Зараз достатньо багато прям, ну, реально направлень і обучення в цьому направлені. Более того, я дівчинок обучаю цьому. Єдине, у мене інше немножко направлення поцілуїв, але це теж різновидність поцілуїв. Але про це ми також поговоримо. Але знову ж таки, я хочу уточнити, як би ти не тренувався, які б там, не знаю, в тебе не були здібності, все одно поцілунок – це все-таки хімія, це емоції. Да, це емоції. Безусловно, якщо між людьми нету вот этой эмоциональности, наверное, только хороший прям актер какой-то может сыграть красиво поцелуй, потому что люди в повседневной жизни, если между ними нет вот этой какой-то связи эмоциональной, химической, гормональной, когда, ну вот смотришь на пару, да, независимо от того, мужчина или женщина смотрит, если женщина там на мужчину, и она прям должна его съесть хотеть, то есть, ну вот прям слюни должны текти, вот тогда, да, это будет вкусно, классно, приятно двоим эмоционально, красиво. Угу. Когда нет вот этой эмоциональной связи, конечно, это такое, ну типа, оно сразу видно. Я хочу запитати, от по-різному жінки і чоловіки сприймають поцілунки. От знаєш, от коли ми говоримо про секс, кажуть, що жінки вони більш емоційні, а в хлопців це фізичне навантаження. В поцілунках те саме? Я і з сексом здесь не согласна. Почему? Потому что я считаю, что когда придерживаться начинают вот каких-то там статистических данных, привязываться к каким-то моментам женщины или мужчины, как-то разделять, то это, ну, вот становится уже обобщением. Угу. Люди все индивидуальные, и все зависит, наверное, больше от воспитание какого-то, от того, какой человек по характеру, что он испытывает к другому человеку. И в зависимости от этого они уже себя по-разному ведут. Но никак не потому, что мужчины одни, а женщины другие. Женщины тоже бывают деревянные, точно так же, как и мужчины. Поэтому я бы вот их как бы не разделяла. Человек может до одной женщины по одному ставиться. Да, да, я же говорю, когда у них есть вот эта эмоциональная связь, то есть мужчина может вообще по-другому себя вести, и он не будет там зажатым, и какой-то для него не будет это физической нагрузкой. Для него это будет таким же удовольствием, кайфом, как и для девочки. И девочка точности, да наоборот, если ей некомфортно з мужчиною, вона не буде, ну, от, получати удовольствие і кайф від процесу. А я от би хотів уточнити один момент. У тебе в основному дівчата серед учнів. Да. Ось цей момент, коли дівчина дивиться на свого хлопця, там, ну, чи на хлопця, і хоче його просто з'їсти, ось цей емоційний зв'язок. Ти цього теж навчаєш? Тому що я скажу з чоловічої точки зору, коли дівчина на тебе так дивиться, ти ким би ти не був, серйозно, навіть якщо ти двірник просто прибираєш в вулиці, то ти розумієш, що заради цього погляду ти підеш оту гору, просто розбереш пальцями. Да, здесь момент того, що дівчинка в яких случаях може так смотреть на мужчину? Когда у нее отсутствуют какие-либо блоки, зажимы, вот, ну, когда у нее, скажем так, расслаблена голова и напряжен низ, а не наоборот. Потому что когда девочка напрягает голову, мы совершенно не получаем никакого удовольствия. Мы не можем там думать о том, что я сейчас вот смотрю на человека, да, я там хочу, восхищаюсь, там, не знаю, как-то вкусно мне, там, хочется дотронуться. Соответственно, если избавляется девочка от блоков, ей легче проявляться эмоционально и легче потом смотреть так на мужчину. Поэтому, да, конечно, мы с этим работаем. Но здесь тоже момент. Если у них изначально не было вот этой эмоциональной связи, ну, типа, заставить ее влюбиться я не могу. Это если было, но по какой-то причине пропало. Тогда да. Либо девочка, например, не может проявлять свои эмоции, потому что в силу воспитания, в силу каких-то событий там, в подростковом возрасте, в детстве, ее научили не проявлять эти эмоции, либо это там плохо, либо ну, вот, что-то произошло такое. Тогда, конечно, это можно отработать, она может этому научиться. Но опять же, только к тому мужчине, которому реально будут эти эмоции. Потому что я не учу играть.
То есть научить девочку играть, вот это вот смотреть, нет, этого я не знаю. А воно все равно буде відчуватися, що не. Конечно, это будет чувствоваться фальш. И мужчины это чувствуют всегда. Если девочка фальшивит, они всегда это чувствуют. Серьезно, як би не було парадоксально, ми відсікаємося просто ідеально. Ми не показуємо цього, бо дивимося, що буде далі, що ти мені там розкажеш. Он уже более того, мужчина дальше уже, что бы она ни делала, если она дальше даже влюбится в него реально, он уже будет ему очень сложно поверить. А вот если она вначале сыграла и сыграла фальшиво, все, дальше будет сложно. А я вот хочу запитати, от іноді, там, не знаю, йдеш на побачення, оцей момент з якимось там новим хлопцем, перший поцілунок. І він жахливий. От просто. От тобі не сподобалось. Варто давати якийсь інший шанс? Чи це все-таки такий лакмусовий папірець, де ти одразу розумієш, що це твоя людина чи не твоя? Чи потрібно ще на одне побачення сходити і ще раз спробувати? Здесь, опять же, нельзя всіх під одну гребенку как-то подвести. Тобто сказати, вот, що вот всегда, если он плохо целуется, беги. Нет, нельзя так говорить. Потому что у меня, например, действительно срабатывает очень хорошо интуиция. У меня даже если поцелуя не было, но было свидание, я понимаю, что ну, вот вообще не мое, смысла дальше вообще никакого нет. При этом у меня есть много примеров и среди учениц, среди подружек, когда встречаются и сначала, ну вот вообще, ну как бы даже там типаж не ее, а потом как-то это все он так ухаживает красиво, там они как-то общаются и более-менее все это как-то перерастает в отношения уже. Поэтому здесь опять же под одну я бы не делала, но здесь момент, когда вы целуетесь, у вас происходит как соединение все равно. Так. Здесь играют роль же не только сам поцелуй. В этот момент есть вкусовые рецепторы. И они очень, кстати, классно отображают и у мужчин, и у женщин. И если по вкусу, ну, то есть до секса еще не дошло, там вкус ты не понимаешь, но здесь ты уже вкус чувствуешь и точно понимаешь, что не твое. Запах тела. Здесь даже не запах изо рта, а именно запах тела. То есть ты прикасаешься к человеку, ты слышишь запах от лица, от тела, от волос. И если... Я сейчас не говорю о специальных запахах, это не о духах, не о парфюмах, не об этом, а именно когда запах тела чувствуешь. И здесь может быть либо твое, либо не твое. И это тоже очень отображает, кстати, вот, ну, в схожесть людей. Поэтому да, вот на такие моменты нужно обращать внимание. И если тебе изначально неприятно с человеком там, прикасаться к нему, целоваться, то вряд ли там с течением времени там это как-то поменяется. У него не поменяется вкус и запах. Это то, что от тела исходит. А що ми говоримо там умовно про перший секс, так? Ти зустріла хлопця, у вас зав'язалися якісь там, не знаю, стосунки. Знову ж таки, все жахливо. Що робити? Ну, не сядеш ти ж перед цим першим, так? І скажеш: "Отже, дивись. Я люблю це. От не так повіриш. Не потрібно і так далі". Ну, можна це коригувати в процесі. До речі, тоді радять так робити. В процесі стосунків, да? Це, в принципі, норма. Але якщо у вас там було, там, не знаю, для кожного норма різна, але там умовно там хай буде 10 побачень, і тут ви такі вже готові, і ви, ну, не склалося. Що робити? Здесь теж можуть бути різні ситуації. Мужчина мог просто переволноваться. Но это и жінка могла не розслабитись. Да. Здесь момент того, что, смотри, еще здесь такой нюанс, когда мы что-то не так делаем, ну там вот где-то напортачили. Мужчина всегда старается сказать там так более, ну чуть мягче, да. Девочка, если выпаливает, то уже выпаливает прямо. Там не бажання, ничего. Вот. И что еще у нас девочки даже при знакомствах делают? Если мужчина там подходит, если к мужчине подойти знакомиться, и он не хочет знакомиться в ресторане, что он скажет? Ну, там, извините, я занят, там, либо я там с компанией, там, да, там, типа, в следующий раз. Что у нас девочки говорят? Иди на, и так дальше, дальше по тексту. А ты просто підійшов спитати, котра година. А здесь даже если он подошел знакомиться, но мужчине, который там в жизни уже добился всего, он уже там на высокой позиции, он везде уважаемый, тут какая-то девочка его при всех посылает, для него это настолько больно и обидно, это, ну вот, для них это страшнее, наверное, вообще сложно придумать. В сексе происходит то же самое. Девочки очень часто выпаливают. Это даже не так, что рассказать, как ей нравится, а она же ему претензию в конце выставляет, что ты и то не так, и это не так, и вообще ты не такой. То есть если
у вас уже отношения, и для тебя дорог этот человек, и ты хочешь все-таки, ну, вот этот нюанс как-то устаканить, конечно, нужно говорить об этом. Нельзя имитировать, нельзя там притворяться, нельзя создавать какие-то иллюзии, потому что в длительной жизни все равно это проявится. Но это нужно делать через... Мне нужно с тобой поговорить. Все, в этот момент ему срочно в туалет нужно будет. Вот резко, либо в душ, за кофем, куда угодно. Нужно это делать чуть мягче и в какой-то такой непринужденной обстановке, когда вы прогуливаетесь, смотрите фильм там. Смотри, как они делают. Вот было бы прикольно и нам так попробовать. Либо там вы чем-то другим там занимаетесь. Там, слушай, мне здесь такая идея пришла. Давай вот так попробуем. Либо я хотела бы с тобой поделиться. Как ты думаешь, вот мне нужен твой совет. А если бы мы вот так попробовали, как ты думаешь, было бы классно? То есть его ставить все равно во главе, даже если он где-то там накосячил. Он мог просто переживать в этот момент. Кстати, по поводу пунктов, у меня была ситуация, когда прям по пунктам выдавала. Потому что, ну вот, ну по-другому никак. Ну, тобто просто... шанс все-таки треба давати, навіть якщо... Секс, так, да, це така штука, де особливо перший раз, він же пытається показати себе королем, царем, я ж все можу, все можу. Ну, і ми, жінки, кошечки, максимально, максимально. Здесь, опять же, девочки очень часто играют таких очень правильных во время первого секса. Я же не могу показать так, ну, особенно девочки, которые любят БДСМ, которые любят жестко, они очень часто стесняются этого, особенно если они недавно вообще сами узнали, что им это нравится. И они не понимают, примет это партнер, особенно если это новый партнер, не примет, какая будет реакция, вдруг с нее смеяться будут, то есть там тоже ж куча сдвигов в голове. И, соответственно, она в первую ночь сыграла вот эту вот кошечку с розовыми соплями, а потом, когда он продолжает делать то же самое, ей вообще удовольствия никакого, а он не понимает, почему. То есть этого тоже не надо делать, потому что первая ночь, ну вот представить нужно, что это вообще последняя ночь твоей жизни. И просто до конца получать удовольствие. Нужно расслабиться до такой степени. Это не значит, что нужно там, я не знаю... Попробовать все. Да, то есть это не рекламная акция. Это не значит, что там выпалю сейчас все, что знаю. Нет. Но вот то, что хочется делать, то и нужно делать. Не нужно думать о том, кто и что подумает, как это воспримется, кто как отреагирует. Это, я всегда говорю, секс — это процесс для двоих. И удовольствие должны получить двое, не один кто-то. Соответственно, и расслабляться нужно вдвоем. И не думать о том, кто и что подумает. Ну, подумать потом разберетесь, потом поговорите об этом. Но в процессе нужно расслабиться и получать удовольствие. Нравится БДСМ, значит, нужно потихоньку хотя бы частично это показать. Если нравится там мягко, да, вот все это ваниль, тогда так и показывай. То есть, ну, может, ему тоже так нравится, и это нормально будет. Знаєте, прекрасна ви моя половина сьогодні в ефірі. Ми кажемо про справжню жіночу мудрість. Коли жінка розуміє, як потрібно на чоловіка дивитися, коли вона розуміє, за що вона його любить. Таке буває не часто, але віримо в те, що все ж таки цей розум колись мудрість дійде жіноча. Давайте додамо сьогодні в ефір трошки сексу. А можна я попрошу зараз тебе зав'язати? Да. Це буде дуже круто. От да. Смотри. Почекайте, оцю малесенькою штучкою. Да. Смотри. Подожди, только сейчас не начинай сначала. Я рассказываю, а ты показываешь. Договорились? Давай. Смотри, вот эта штучка, она кладется в рот. Ага. Тебе, да, класть? Ты можешь, да, класть. У тебя внутри... Подожди, не завязывай, не спеши. Ты же там ловишь. Ты ее кладешь в ротик. Змей. У тебя есть не просто язык как инструмент, у тебя есть еще небо, к которому ты можешь придавливать. Зубы. У тебя есть зубы, которыми ты можешь по бокам держать. Это реально очень удобно. У меня реально сейчас аж во рту пересохло. Дебют. Смотри, будет. Он уже завязывает, так нечестно. А можно и ты внутри восьмерочкой. Да, смотри, клади на язычок. Есть. Теперь подвигай туда, чтобы полностью зашла. Ничего страшного. С первого раза, даже если не получится, это нормально. Не пытайся быть идеальной. Ты живая, это нормально. Теперь смотри, ты можешь, когда тебе нужно регулировать, если ты чувствуешь, что она, например, выпадает, ты можешь придавливать к небу, либо держать зубками вот здесь по бокам. Почувствуй просто сейчас эту палочку внутри. Ты смотри. Да? И ты внутри язычком... Друзья, подивите, все завязано.
Аплодисменти мужчині нашому. Ти оцінила, наскільки швидко? Смотри. Вона в мене взагалі не рухається так. Она двигается, двигается. Смотри. Вот здесь по бокам держи зубками, чтобы ты ее почувствовала просто. А теперь язычком придави к небу. Есть? Теперь зубками чуть-чуть послабь, чтобы она двигалась. Чувствуешь, двигается? Языком подвигай так влево-вправо. Вот. Замечательно. Сейчас язык устанет, но все нормально, не переживай. Попробуй внутри языком двигать, как восьмерочку типа рисуешь горизонтальную, знак бесконечности. Есть? Теперь бери язычком, держись за край, ну выбери любой, левый, правый. И как узелочек создавай, знаешь, как на, как шнурки мы завязываем, так же вот передвигай, аккуратненько, не спеши просто. Просто вот язычком передвигай этот край, как узелочек создавать. Грубо говоря, как сложи сначала пополам. Давай так, сложи сначала пополам. Есть? А теперь, когда они у тебя пополам, один из краев подогни в, вот, к серединке. Давай, Маш, все выйдет. Не, ну это прикольно, это очень классная тренировка. И язык, кстати, потом не устает и в остальных процессах тоже, когда натренирован. Все нормально. Возьми другую, ничего страшного. Смотри, она пополам у тебя была сложно, и тут ты одну вот подогнула еще пополам, грубо говоря. Одну штучку. Я ей просто жевала. Вот, все нормально, возьми другую, ничего страшного. Короче, друзі, я думаю, що я поекспериментую наступний раз. Да. Не забирати часу, але я обов'язково потренуюсь. Макс. Это очень друга прикольно. Друга поспіль. Клас. Ну, слухай, я навчусь і... Это очень прикольно. Смотри, самое важное, что нужно понять. Складываешь их пополам, чтобы тебе просто научиться понять это. Потом ты начнешь языком двигать так, что она у тебя будет по рту там ходить и завязываться. Одну еще пополам складываешь. И потом вот эту, которую ты сложила, просовываешь в эту дырочку. И все. И оно получится, что вот узелок создался. Потом просто зубками держишь один край, а второй тянешь языком. Круто. Класно. От я хочу ще запитати, так, якщо ми вже говоримо про дівчаток, так, ти їх навчаєш. Кому потрібно йти, не знаю, на ці курси підвищення кваліфікації? Чи абсолютно всім? Перше, дівчатки, які реально хочуть отримати удовольствие. Тому що, звісно, є ситуації, коли приходить дівчатка отрицати, щось комусь доказувати, а не зробити себе, прежде всего, щасливою. То есть я не про то, чтобы доказать, что это реально. Я не про то, чтобы там как-то... Опять же, сейчас индустрию вообще тренингов, особенно в секс-направлении, превратили ну, в такую какую-то пошлятину, да, и вымогательство в какой-то степени, а не в реальное удовольствие. Для меня успешная ученица, успешная выпускница, это та, которая при выполнении... У нас прямой эфир, да, оральных техник, сама получает удовольствие. Вот если она кайфует по итогу, вот у нее прям балдеж, вот она, значит, правильно до этого себя подготовила. Потому что техники, которые они изучают там на третьей-четвертой неделе, это уже такое последствие и технический навык. Точно так же, как языком завязать этот стрючок, да. То есть фактически любой человек, который потренируется... Так. Любой может это сделать. У нас у всех есть язык, есть у всех там, ну, практически у всех зубы, рот. То есть, соответственно, там, ну, у кого-то просто чуть дольше, у кого-то чуть быстрее это произойдет. Но это у всех произойдет рано или поздно. А коли здається, що ти вже вмієш все, спробувала все і так далі, варто йти на такі курси? Для девочек, которые считают, что знают абсолютно все, в первую очередь нужно идти. Потому что зачастую там в голове такой бардак. И у меня курсы скорее... про то, как в начале особенно в голове все поставить на место, чтобы получать удовольствие, и только потом о предоставлении удовольствия и получении удовольствия самой от этого. То есть прежде всего голова. У нас если в голове бардак, то дальше бесполезно. Я з чоловічої точки зору абсолютно підтверджую цей факт. Якщо в голові нічого, ну, бардак там, да, то нічого і не вийде. Ксюш, скажи, ми говорили про жіночу сторону усіх подій. Це також працює з чоловічої точки зору, якщо я правильно розумію, чи ні? У мужчин немножко все по-другому. Ну, у вас психологія совершенно другая. Я з мужчинами не работаю по одной простой причине.
мужчине, в принципе, всегда сложнее признать тот факт, да, что там нужно чему-то учиться, или там признать тот факт, что было какое-то событие, которое повлияло так, что сейчас там, ну, нет там либо удовольствия, либо наоборот там слишком быстро удовольствие. То есть вот, соответственно, как бы у вас немножко психология все-таки по-другому выстроена. Плюс у женщин важно в первую очередь получить удовольствие не только, чтобы самой быть вот этой такой кайфушной девочкой, а еще и чтобы вы получили удовольствие. А якщо чоловіку це теж важливо, щоб вот, він вперше отримав вот, задоволення, потому а что мужчины, обратите внимание, когда мужчины вот обсуждают вообще процесс секса. Неважно, со своей женщиной, там, не со своей, там, в принципе, да. Я ни разу не слышала ни от учениц, ни от мужчин, чтобы хоть один когда-то сказал там, я так закончил. Ну вот ни один же так не говорит. Они что говорят? Она так кричала, она так заканчивала. Я просто все это сейчас красивенько озвучиваю, так как мы в прямом эфире. Тобто вони говорять про жінку? Конечно. Они говорят о чем? Она так закатывала глаза, она так прогибалась. Соответственно, женщине важно получать удовольствие, чтобы она сама кайфанула, и чтобы мужчина себя и чувствовал классным и офигенским в этом процессе, и он получил удовольствие. Потому что у вас как раз удовольствие напрямую зависит от нашего. Так. И самооценка зависит. Поэтому я говорю девочкам, что важно, опять же, не сыграть, потому что вы это чувствуете. А именно получить вот это удовольствие, не казаться, а быть этой девочкой. Так, Ксюш, ну не можу все ж таки не уточнити. Ну, класна тема. Ну давайте серйозно. Ми зараз сидимо, сміємося, і в шуточній формі ми про це розказуємо, але це важливо. Ну не можна забути про важливість сексу, приємного сексу для обох. Макс, я тобі так скажу, це не тільки важливо, це тема номер один, коли дівчатки збираються. Ну, тобто, здавалося б, да, чоловіки більше думають про секс, говорять більше. А насправді ні. Не так. Класно, що ми сьогодні розвіюємо стереотипи. Ксюш, от скажи, що б ти могла порадити чоловікам, аби покращити чи їх емоційний стан під час сексу, чи їх, в принципі, усе життя? Давай, і можемо і про це говорити. Улучшить или облегчить, да? Перше, самое важное – выбрать правильную партнершу. Это, наверное, самое важное. Если партнерша уже есть, и он понимает, что любит, отказаться не готов, но мозг выносит на курсы, ну, значит, промывать ей мозг. Если там не безнадежно все, значит, можно будет ее обучить. Потому что от партнерши фактически зависит 90% успеха мужского оргазма во время секса. И взагалі чоловічого життя. Да, а это напрямую связано с чем? Вообще, ну как бы, как это взаимосвязано? Женская сексуальная энергетика напрямую связана с мужскими финансами. Напрямую. Если женщина сексуально не прокачана, если она сексуально не наполнена сексуальной энергетикой, ей нечего отдавать мужчину, соответственно, нечем его наполнять. Если у нас в первой чакре, там, где находится вот эта сексуальная энергия, внизу, да, находится именно связанное все с сексом, то у мужчин как раз, ну, грубо говоря, параллельно находится энергетика, отвечающая за фінансовий рост, рост на роботі, ну, все, що зв'язано з деньгами. Вибач, я от сходу по гарячих слідах хочу уточнити один момент. У моєму житті було дві ситуації. В першій ситуації ми, ну, просто зустрічалися з дівчиною, і у мене все складалося ідеально. У мене просто підвищення за підвищенням. Зарплатня росла до таких, ну, просто розмірів, що я в шоці. Бо мені було 22 там, чи 23, а я отримував там декілька тисяч доларів на місяць. Да. Причому не сильно-то я старався якось. Да. Була також ситуація, коли наоборот було. Потім пішло, я був без роботи там. З тією ж дівчинкою? Ні, з іншою. Угу. Одна дівчинка може давати, другая забирать. Почему говорят, что очень часто есть такой стереотип? Все богатые мужчины гуляют. Нет, они не все гуляют. Гуляют те, кому не хватает вот этой энергии. Им не хватает ее дома, он добирает где-то ее. И за счет этого он не падает тогда финансово. Они идут туда не за сексом.
Они идут за вот этой энергетикой, чтобы за качать, за эмоциями. Потому что если он не будет дополучать этого, у него рухнет бизнес. А можна... Почему важно, чтобы жены качали в себе это настолько? О, тобто це можна і потрібно. Конечно, робити. Это нужно. Это качается в течение дня. Почему идет недобор? Почему женщина может забирать от мужчины энергию, и он не растет? Чому? Если женщина в течение дня не получает удовольствие от всех процессов, вот вообще ни от каких, то есть она пьет кофе, который она не любит, она ест еду некрасивую, невкусную, она ходит там по улицам, которые ей не нравятся, она идет на работу, которую ненавидит, у нее за день столько вот собирается вот этого вот недовольства, что потом, когда она даже получает удовольствие, там, например, в процессе секса, оно пока перекроет тот минус, у нее все равно остается недобор. И она этот недобор тянет с мужчины. Тобто жінка має бути щасливою. Да, она прежде всего должна вот кайфовать в течение дня. И тогда, конечно, вечером, когда у нее уже собрались эти там гормоны счастья, удовольствия и вот всех этих эмоций, есть, ей есть чем поделиться с мужчиной. Она его наполняет, и он, соответственно, развивается. Але знаешь, є такі жінки, які зараз скептично скажуть, ну, це легко говорити, коли в мене ідеальне життя, але я хожу на роботу, щоб заробляти, в мене там є купа домашніх хатніх справ, там, чи в мене діти, які мене там можуть роздратувати. Я не можу себе наповнювати, в мене немає грошей, в мене немає часу і так далі. На самом деле, это такая очень классная и удобная отмазка. Вот очень удобно, потому что наполниться можно от каких-то элементарных вещей. Можно до работы не ехать, например, на маршрутке забитой, которая тебя раздражает, а выйти на 5 минут раньше и пройтись по красивой улице, посмотреть какие-то цветочки, порассмотреть. Ну, то, что предоставляет удовольствие. Может, кому-то что-то другое предоставляет удовольствие, там, не знаю, на самокате прокатиться сейчас. То есть, ну, у каждого же свои какие-то мерки. Вместо того, чтобы, например, на работе, которую ты не можешь пока по каким-то причинам поменять, тебе нужно там быть. Не сиди там, там, например, в обед. Выйди в обед, там, выпей кофе, пройдись по улице, посмотри там какую-то, не знаю, какие-то красивые вещи, посмотри на котиков, собачек, на все что угодно. То, что тебе предоставляет удовольствие. Я не тот тренер, который говорит, вот сейчас бросай работу, разводись с мужем и меняй свою жизнь. Нет. Даже если и бывают ситуации, когда действительно там какой-то абьюз или еще чего-то, и нужно задуматься о расходе, чтобы не распалось о две личности, то это не делается вот так. Ну, то есть это нужна подготовка. Если дети, это и финансовая подготовка в том числе, какой-то подушки, жилья, да, то есть, ну, с детьми нужно куда-то переехать элементарно. Опять же, когда говорят, что дети маленькие, да, например, никто не отменял нянь. Я не говорю о том, что нет, например, возможности няню нанять там на месяц. Сейчас есть почасовые няни. Вызвала на 2 часа, забрала мужа и пошла на свидание. Не, ну, я не говорю, что вызвала няню на сутки. Ну, может, и нет на сутки как бы там возможности. Но хотя бы на 2 часа есть возможность вызвать няню. И сходите вместе на свидание. Вспомните, как это все начиналось. Либо там, не знаю, вызови няню, сходи там... элементарно, не знаю, в парке прогуляйся, сама с собой кофе попей. Просто сядь на лавочке и там повспоминай какие-то приятные моменты свои. Девочки очень часто ссылаются на то, что у меня нет денег, да, там, например, как-то развиваться. Сейчас тех же медитаций, тех же вот каких-то расслабляющих там музычек в приложениях в телефоне, в Ютубе, такое количество. Да, они бесплатные. Было бы желание. Для того, чтобы помедитировать, это нужно буквально там от 15 минут до 60, ну, в зависимости, кому, кто как расслабляется и кому как кайфово. Ты можешь в 5 утра, когда еще все спят, и муж, и дети, ты тут здесь не отмажешься, так. Взять ковричек, выйти там во двор, если ты даже не в частном доме, ты, например, в, ну, в многоэтажке. Выйди там, где есть травка, расстели там полотенечко, нет коврика, расстели полотенце, сядь. Втыкни наушники, и полчаса тебя никто не трогает, послушай эту медитацию. И нельзя сказать, что тебе для этого нужны деньги, тебе, ну, там мешают дети, муж, работа и все остальное. И когда девочка научится вот кайфовать хотя бы по каким-то мелочам для начала, тогда начинает меняться все. Потому что если вот начинаются отмазки, это просто нежелание. Почему я вначале сказала, что нужно прежде всего хотеть, быть девочкой, получать удовольствие, быть счастливой. Если не хочет, я же заставить не смогу.
Знаєте, у нас парадокс у тому, що в основному ми сьогодні говорили тільки про дівчат, але хлопців ми так, ну, трішечки зачепили, але наче обухом по голові. Я, в принципі, зараз уособлення чоловічої аудиторії, я вам скажу відверто, абсолютно по-чесному на всю Україну, що ні один чоловік не піде наліво, не почне шукати нікого, коли вдома є жінка, яка його наповнює. Я чесно скажу, я не знав про те, що ми можемо шукати когось іншого, тому що ми пов'язані з грошима, щоб у нас все було на роботі. Але я реально розумію зараз, чому декілька років задумався. Тому я робив саме так, а не інакше. І чому я саме втримався тоді на своїй дівчині? Дівчинка реально може наповняти, либо витягувати. Это очень отражается. І по мужчині сразу видно, какая девочка, вот сразу. Если он растет, если он развивается, растет зарплата. Причем это жизнь. Это не значит, что он все время летит так в космос. Нет. Бывают разные моменты. И здесь девочка тоже проявляется. Если она в этот момент рядом с своим мужчиной, но она его не жалеет, она его не принижает этой жалостью, она находится рядом, он все равно поднимется в итоге. Как только включается жалость, это говорит о том, что она сейчас начнет сосать с него энергию, и он еще ниже упадет. От ти знаєш, я тобі хочу просто сказати дякую, по-чесному, безмежно тобі дякую, тому що ти сказала дуже важливі моменти, які іноді чоловіки не розуміють. Ну, я тобі скажу чесно, ми завжди відсікаємо, який би чоловік не був розумний, нерозумний, завжди відсікаємо те, коли з нами не щирі. Ми відсікаємо одразу, коли нас можуть принижувати, обезцінити нас можуть. Все це зрозуміло. Але щоб настільки воно все було пов'язано, і щоб ми інтуїтивно йшли завжди за собою, бо чоловіки завжди, ну вони, знаєш, там не йдуть до психологів, але вони завжди йдуть інтуїтивно за собою. Я просто зрозумів багато чого у мене в житті відбувалося, і тепер у мене реально є аргументи, і я розумію, чому саме так. Ксюш, дякую. А від усієї чоловічої аудиторії просто тобі намасте, знаєш, там, і нехай твій день складеться найкраще. Друзі, вам прекрасного дня, тому що бачите, які інсайти. І від цього, знаєте, хочеться побажати вам, хлопці, особливо, ну, з дівчатами все зрозуміло, у вас так все добре. Хлопці, обирайте правильних дівчат поряд собою і, знаєте, бажаю кожному з вас насолоджуватися, неймовірно прям насолоджуватися життям від людини, яка з вами поруч. Нехай вона вас наповнює, а ви не забувайте наповнювати її. Враховуючи ваші вподобання, ми кожного дня створюємо для вас максимально якісний контент, який, до речі, за посиланням на YouTube-каналі «Правда тут медіа». Обов'язково підпишіться. Так, дійсно, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, аби бачити нові відео, і обов'язково коментуйте. Повірте, ми все бачимо і все читаємо. А що нам приємно за ваші лайки?